Mēs noslēdzam šo dienu ar sadaļu vissvarīgākais par eiro krievu valodā. Īsi pieteikšu vēl latviski programmu mūsu runātājs un tālāk tad nodošu štafeti un tad jau runāsim krieviski. Mums svarīgākais par pārēju uz eiro, kas attiecināms uz ikvienu iedzīvotāju, par to stāstīs Jekaterina Žarkova no Bankas Citadele, eiro projekta vadītāja, un par svarīgāko uzņēmumiem Inga Krola Šeninga, SEB Bankas eiro проекта водитая. Nodod stafeti jums. Добрый день, уважаемые зрители, и большая честь сегодня начинать этот семинар именно на русском языке, да, для вас, чтобы ответить на все ваши вопросы, если такие будут. Конечно, сегодня семинар был очень длинный, много о чем уже говорилось до самого утра, да, но мы сегодня также вкратце в течение часа пройдем программу еще раз, да, и с удовольствием ответим на ваши вопросы. Сразу хочу сказать, что до начала введения евро у нас остается 97 дней. И, конечно, если предприятия уже начали подготовку к введению евро уже в начале этого года, допустим, другая часть летом, то сейчас наиболее актуален этот вопрос становится и для частных лиц, поэтому я в своей презентации больше, конечно, буду делать акцент на вопросы, которые более будут интересны именно частным лицам. И в своей презентации я отвечу на три, на мой взгляд, самых главных вопроса. Первый – это какие главные этапы введения евро, да, то есть мы подробно рассмотрим каждый из них. Второй вопрос – как мне, как частному лицу, поменять латы на евро, где я могу сделать это и в какое время? И третий вопрос – как более удобно мне, также как частному лицу и моим родственникам, близким обменять также латы на евро. И давайте начнем сразу же с ответа на первый вопрос. И обращу ваше внимание также на слайд, да, то есть в презентации. Первый этап – это январь месяц, когда был принят закон о порядке введения евро. И также наши клиенты, как правило, в начале года уже задавали вопросы, каким образом будут меняться латы на евро. Так что в этом законе очень подробно и ясно оговорено, да, как будет производиться обмен и согласно каким принципам будет происходить округление, да, то есть цен. Следующий этап – это 9 июля, когда Совет Европейского Союза утвердил вступление Латвии в еврозону и также утвердил курс обмена, да, то есть 1 евро равен 0,702804 лата, да, то есть по этому курсу будет производиться обмен латов на евро. В октябре месяце, да, что совсем уже скоро, с 1 октября в течение 9 месяцев все цены будут отображаться в латах и в евро, и также это для нашего удобства, как для частного лица, чтобы мы уже привыкали к ценам в евровалюте. И наверняка вы уже заметили, что многие предприятия начали отображение цен, и уже в магазинах мы уже видим цены и в латах, и в евро. Также в декабре месяце, а точнее 10 декабря, начнется предварительная доставка евро. Это, конечно, в первую очередь интересует предприятия, чтобы они с 1 числа могли обслуживать частных лиц, своих клиентов в магазинах и уже выдавать остатки за покупки в евровалюте. Соответственно, частные лица уже с 10 декабря смогут приобрести начальные или стартовые комплекты евро в монетах, да, что позволит с января месяца уже также рассчитываться в евро, если будет такая необходимость. Что хочется сразу сказать, что
Эти деньги можно будет использовать только с 1 января, то есть 21 день эти деньги не будут являться средством расчета, да, то есть до 1 января мы должны ждать, да, и тогда начать можем ими пользоваться. Ну и знаменательный день, да, то есть Новый год мы будем встречать особенно в этом году. Вот, то есть поднимая бокал шампанского и встречая 14-й год, мы также будем переходить с одной валюты на другую, да, и все деньги на банковских счетах будут конвертированы по официальному курсу, и в январе месяце вы уже увидите 1 января на своих счетах евро. Что касается января месяца, теперь мы тоже поговорим более подробно. То есть с 1 января две недели еще в магазинах вы сможете расплачиваться и в латах, и в евро, но остатки за покупку уже будете получать только в евровалюте. Мы также попозже еще более подробно осмотрим этот период, поэтому перейдем к следующему этапу. Что касается именно обмена наличных денег, значит, в Латвии Спас 302 отделения будет предлагать услугу обмена наличных латов на евро в течение 3 месяцев до 31 марта. Также такую же услугу будут предоставлять все коммерческие банки в течение 6 месяцев до 30 июня. И Латвийский банк, то есть, дает нам такую возможность без ограничения менять латы на евро, то есть даже через 10 лет, то есть здесь у нас ограничения во времени нету. То есть если кто-то через 20 лет найдет латы, которые не были обменены, он сможет это сделать по официальному курсу без комиссии. Теперь давайте посмотрим на сами монеты, да, то есть вот здесь вы видите монеты, которые станут официальным расчетным средством с 1 января. И что хочется сразу заметить, что все монеты в еврозоне, они с лицевой стороны абсолютно одинаковые, да, то есть с правой стороны вы видите, а с левой стороны они имеют, скажем, в каждой стране свою особенность, да, и в Латвии, как вы видите, на одном евро и двух евро изображена девушка, которая также была изображена на монетах до военного времени, и она также продолжит, да, и будет находиться на одном евро и двух евро на наших евромонетах. На центах, в свою очередь, вы видите изображение латвийского герба, да, так что вот вы можете посмотреть сейчас, да, какими монетами мы будем пользоваться с 1 января. Также, что касается, очень часто возникает вопрос, как определить подлинность монеты, и сразу хочется сказать, что монета 1 евро и 2 евро содержит небольшое количество никеля, за счет чего она с помощью магнита легко притягивается, и притягивается именно ее центр, то есть если вы поднесете магнит к краю монеты, то притягиваться он не будет, а именно центр. Так что это очень удобный способ для того, чтобы проверить монету на подлинность. Теперь давайте посмотрим также на евробанкноты. И что самое интересное, если банкноты латов, они все имеют одинаковый размер, то банкноты евро, они разного размера. И чем меньше номинал, тем банкнота меньшего размера, чем больше, тем большего, соответственно, размера. Здесь вы видите максимальный и минимальный размер. Банкноты также изготовлены из хлопка, и они рельефные, то есть на ощупь тоже можно, то есть проверить банкноту на подлинность. Конечно, элементов очень много, каким образом можно проверить данный номинал, и, конечно, мы очень рекомендуем своим всем клиентам просмотреть презентации, которые опубликованы на странице Латвийского банка.
Давайте теперь затронемся темы, как же мне, как частному лицу, более удобно перейти на евро. И, конечно, мы рекомендуем делать это, скажем, в безналичном виде, да, то есть все свои деньги внести на счет, и таким образом все деньги будут сконвертированы автоматически, и вы сможете конец года и начало года провести так, как обычно, да, и не почувствуете никаких дополнительных, скажем, неудобств. Я сейчас больше думаю о очередях, потому что, конечно, мы планируем, что и в конце года, и в начале года будут очереди также в банках, в центрах обслуживания клиентов, да. Вот. Перейдем к следующей теме и поговорим о банковских услугах. Я уже затронула тему автоматической конвертации, то есть все деньги, которые у вас будут на расчетных счетах, депозитах, все кредиты в латах будут сконвертированы автоматически в ночь с 31 декабря на 1 января без комиссии. И поэтому, конечно, такой вид перехода, он наиболее удобный. Что касается расчетных карт, то все платежи также до конца года будут происходить в латах, с начала года в евро. И что мне хочется подметить, конечно, что они будут непрерывны. Да? То есть вы расчетной картой сможете рассчитаться в магазине 31 декабря в 23 вечера еще в латах, и уже 1 января в час ночи уже расчет привести в евро. Возможно, свой первый расчет в евро. Да? Про банкоматы. Также хочу сказать, что все банкоматы с 1 января будут выдавать евро, и, соответственно, вы также сможете, допустим, банкомат использовать как еще один канал обмена денег. То есть, если деньги будут внесены на счет, то 1 января вы уже сможете снять в банкомате наличные деньги в евро, что также вам будет более удобно, чем приходить в филиал и менять наличные деньги. О договорах. Договора перезаключать не надо, это не только касается банковских договоров, но и договоров в целом. Это утверждает закон внедрения евро, в котором оговорено, что договора имеют принцип непрерывности, да, и также это относится и на кредитные договора. То есть если у клиента кредит оформлен в латах, то с 1 января остаток кредита будет в евро, платежи все будут проводиться в евро, и в момент изменения процентной ставки, согласно вашему договору, Рибор будет заменен на Евробор. Также затронемся темы комплектов. С 10 декабря, как я уже говорила, каждый житель сможет приобрести комплекты начальные, которые содержат 45 различных номиналов по цене 10 лат, да, что составит 14 евро 23 евро цента без комиссии с 10 декабря до конца 2013 года. Да. И приобрести можно будет во всех коммерческих банках, в отделениях «Латвия Спаст» и в «Банке Латвии». Что касается двух недель, да, то есть с 1 января, как мы уже говорили, будет также возможность каждому жителю дана оплачивать покупки еще и в латах. Да, то есть, но для продавца это уже, скажем, дополнительные сложности возникают, потому что ему надо будет принимать и латы, и евро, да, и выдавать уже остаток только в евровалюте. Соответственно, конечно, тут возникают проблемы с подсчетами, мы тоже рассмотрим один из примеров, поэтому мы клиентам рекомендуем в этот период расплачиваться расчетными картами или, допустим, если торговец не предлагает такую возможность, то уже в евровалюте. Исключением является это общественный транспорт,
когда вы сможете приобрести билет на проезд и в латах, и в евро, и получить еще остаток и в латах, и в евро. Да? То есть это связано с тем, чтобы руководителю, то есть транспортного средства, да, не надо было заниматься именно обменом денег, потому что, конечно, в этой ситуации срок остановки транспорта будет удлинен. Да? То есть здесь работает это исключение. Давайте рассмотрим пример, как я уже и говорила, то есть, допустим, клиент хочет приобрести книгу по цене 2 евро 22 евроцента. Если у клиента в этот момент нету евро, да, то есть у него есть только латы, тогда продавцу будет необходимо сделать три шага, да, то есть выполнить три задачи. Первое – это сконвертировать цену на латы, то есть цену 2 евро 22 евроцента умножить на курс, да, и мы видим цену 1 лат 56 сантим. И, допустим, если в этой ситуации клиент предоставит 1 лат 70 сантим, то продавцу надо будет высчитать, какую же сумму 1 лат 70 сантим составляет в евро. Да? То есть вы видите 2 евро 42 евроцента и выдать уже сдачу непосредственно в евро 20 евроцентов. Конечно, вы видите, что с одной стороны операция очень простая, но с другой стороны здесь можно совершить ошибку, и, конечно, мы как потребители захотим перепроверить, правильно ли посчитал продавец. В соответствии с этим время обслуживания одного клиента, оно будет удлиняться, да? Поэтому мы, конечно, как я уже говорила, рекомендуем расплачиваться все-таки расчетными картами или сразу платить в евровалюте. Что касается обмена латов на евро, то есть, опять же таки, если вдруг в начале года вы обнаружили, что есть латы, которые вы не обменяли, да, то есть, например, не внесли на счет, или, допустим, обнаружили какие-то сбережения или копилку, вот, то вы еще это можете сделать в течение, в принципе, без ограничения времени, да, но такое, скажем, пожелание не делать это в первые недели января, да, потому что банки вам предоставляют эту возможность делать, то есть операцию обмена латов на евро в течение 6 месяцев, Латвия Спас в течение 3 месяцев и Латвийский банк без ограничения времени. Хочется также в завершении сказать о главных 4 принципах удобного перехода, да, то есть каким образом мне как частному лицу надо поступать, чтобы переход был удобен для меня, беззаботен для меня. И первое, конечно же, это внести деньги до декабря месяца на свой счет. В этой ситуации все деньги будут сконвертированы автоматически. Также произвести оплату вовремя, потому что, как известно, до Нового года все хотят оплатить счета, чтобы войти в Новый год без долгов, да, поэтому делайте это заранее, и мы рекомендуем до 30 декабря совершить все платежи, потому что потом они будут проводиться более долго. Также рассчитываться картами, я об этом сегодня говорила достаточно много, да, я думаю, что это будет наиболее удобно для вас и также более удобно для продавца произвести оплату именно безналичным расчетами. И также в первые недели не пытаться обменять латы на евро, но для этого у вас будет на самом деле много времени, так что не спешите, встречайте рождественские праздники, вот, и тогда уже, когда очереди уменьшатся, сможете обменять латы на евро. Да? Так что спасибо за внимание и с удовольствием отвечу на ваши вопросы.